Митя ночью среди улик находит доказательства того, что пожар не был случайностью. Расследование нужно продолжать. Миша хочет забрать сына и Иру в Москву, но она не хочет ехать, ведь у Миши есть жена, которую он бросать не собирается. Тем временем Лукьянов узнает про найденное в Афганистане фото Мити и подозревает своего друга Савельева в измене родине. Друзья крепко ссорятся. Митя за свой счет приглашает Карышева отметить его день рождения в ресторане при отеле «Лакшар». Оттуда Митя сбегает, чтобы встретиться с Аней.